Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами играть в Satisfactory, экспериментальный билд. И сегодня у нас, я так думаю, последняя серия, потому что... Ну, не последняя серия вообще, последняя серия в рамках патча, который скоро выходит. Он должен был быть апрельским, но уже майский. Майский теперь вообще непонятно куда откладывается. Короче, я хочу сделать себе все вплоть до автоматизации, не знаю, там, создания патронов. Кстати говоря, сами патроны... По-моему, не делаются, да. То есть, все-таки до набелисков максимум, наверное, я дойду. Хотя, не знаю, может, патроны... Патроны, по-моему, из двух компонентов делаются, так что, может быть, они делаются что-то попроще. Ладно, для начала нам в любом случае надо будет сделать производство маяков. Потом надо будет, чтобы эти маяки пошли у нас на производство в дальнейшем набелисков. И набелиски эти просто склонировались куда-то. Ну... Поскольку масштабировать я это 100% не планирую, и, в принципе, мне их не нужно будет адски много, то можно с уверенностью сказать, что мне достаточно будет вот чего-то вот такого. То есть, грубо говоря, вот у меня произвелись набелиски, эти набелиски складировались вот в этот конвейер, контейнер. Потом у меня вот здесь вот произвелись маяки. Маяки заскладировались, во-первых, в контейнер. Так, где я там летаю? Так, ну, типа того. Так, вот отсюда у нас, соответственно, маяки заскладировались вот в этот контейнер. Из этого контейнера они должны будут у нас еще дополнительно попасть вот сюда. Поэтому уже однозначно понятно, что нам нужна будет как минимум одна стойка. Вот здесь. В которую у нас пойдут эти самые нужные нам ресурсы. Так, как я эту стойку эту придумал-то? Вот так я ее придумал. Так, вот так вот я придумал эту стойку. Соответственно, сейчас мы сразу сделаем. Так, откуда-нибудь вот отсюда мы, наверное, будем ее запитывать. Так, оп. Так. Да, вот так. Здесь у нас пройдет... Пройдет ли, кстати говоря... Блин, не пройдет, потому что здесь теперь есть разветвитель. Так, ладно, тогда с разветвителями, значит, потом будем заниматься. Поскольку мы не можем сначала проложить, а потом сделать, сначала мы тогда пойдем от обратного. Значит, сначала мы проложим все вот эти вот конвейерные дребедения, которые... А, нет, все правильно. Я не понимаю, в какую сторону он едет. Все, он едет в правильную сторону. Так, отлично. Значит, два компонента у нас уже есть из трех. Еще мне надо сюда будут стальные трубы для того, чтобы их произвести. Эти же самые стальные трубы мне нужно будет сюда. А, кстати говоря, подождите, а почему у меня есть набелиск? Стоять. Что-то у меня неправильный рецепт выбран. У меня есть маяки должны быть. У меня есть должны быть железные пруты, проволока, кабель, опять кабель, бля, и железные пластины. Так. Получится у нас здесь какая-то очень интересная системка, ребята. Прям вот чую, системка будет пипец. Какая интересная. Ну, для начала, ладно. Я думаю, что, во-первых, мне нужно будет пускать ее двумя линиями. Можно, конечно, сделать запредельно высокий сэндвич, в котором будет одно над другим идти, я не знаю, там, из семи компонентов. Но я думаю, что это не очень хорошая идея. Так, вот эта вот фигня мне пока не нужна, ее мы разберем. Эта фигня мне тоже не нужна, эта фигня мне тоже не нужна. Так, у меня, значит, пойдет один сэндвич вот здесь. Это будут необходимые компоненты для производства. Кстати говоря, как-то вообще через жопно получилось сделать. Да, только я мог такую херню наделать. Ну ладно. Как говорится кем? Как говорится мной, ничего страшного, и так сойдет. Так, хорошо. Маяки. С маяками все понятно. Маяки осталось только запустить. Ну, давайте запускать маяки. Ой, для этого нужны железные пластины, железные пруты, проволока и кабель. Пластины, пруты, проволока и кабель. Так, хорошо. То есть у нас... Сейчас мы давайте обозначим. У нас вот здесь будет идти стойка. Компонент 1.
Компонент 2. Компонент 3. Компонент 4. Дальше вот этой фигни, в принципе, ее запускать не нужно. Поэтому здесь она заканчивается. Компонент 1. Компонент 2. Компонент 3. Компонент... Компонент 3.1 почему-то у нас развалился. Так, и компонент 4 вот так. Это будут штуки, необходимые для того, чтобы все дело заработало. Сейчас сначала я протестирую, потом буду сюда это все дело заводить. Так, во-первых, раз. Во-вторых, два. Так, эту ерунду мы зацепляем на уровень 3. Ну и эта ерунда у нас идет на уровне 4. Теперь здесь нам нужно будет эту хрень подцепить. Подцепить я ее планирую через... Ну, сами, в принципе, знаете, через что. Через вот эти конвейерные лифты. Так, вот так мы ее делаем. Сейчас я только наверх заберусь, а то мне отсюда что-то видно плохо. Мне сверху видно все, ты так и знай. Так, это у нас компонент номер один. Это у нас компонент номер... 2. Так, это у нас компонент номер 3. И это у нас компонент номер 4. Если я все сделал правильно, то тогда я сейчас наделаю таких вот конвейерных разветвителей. Так, как там тебя правильно-то сделать? Так, ну допустим, один у нас пойдет вот сюда. Второй конвейерный разветвитель у нас пойдет вот сюда. Так, это конвейерный разветвитель у нас пойдет вот сюда. Ну и последний конвейерный разветвитель у нас пойдет, соответственно, ну куда-то вот сюда, на только чтобы хвостик остался. Так, хвостик остался до подключения. Да, вроде хвостик остался. Хорошо, значит теперь мы должны запитаться. Так, этот мы запитываем сюда. Так, этот мы запитываем сюда. Этот мы запитываем сюда. И этот мы запитываем... Стой, стой, стой. Этот мы запитываем сюда. Так. Ну, в принципе, нормально. Ладно, с подключением здесь мы разобрались. Теперь осталось все сюда привести. Нам нужен кабель, проволока, пруты железные и пластины железные. Это будет немножко... Не то чтобы непросто. Это будет чуточку геморройно. Конечно, все это сюда привезти. Но мы не ссым. Так, нам нужно будет проложить еще одну вот такую вот штуку. Артефакт, блин, я до последнего не хотел его собирать, но, видимо, уже скоро придется. Не хватает средств, блин, закончился цемент. Ну ладно, заодно, кстати говоря, раз уж мы идем за цементом, мы тогда и жесткий диск проверим. Не проверим жесткий диск, у меня там как раз он должен был исследоваться. Причем уже очень давно. И мы положим еще один жесткий диск. И заодно возьмем цементика. Так, во-первых, возьмем цементика. Так, цементик, цементик, цементик и цементик. Ну, я думаю, что мне этого хватит. Так, теперь дальше здесь. Чем я тут жестким диском? Так, итого. У нас две награды, три награды. Альтернативные компьютеры. С компьютерами не вижу проблем. Альтернативная высокоскоростная херня. Не вижу проблем. Альтернативная микросхема. А из чего она изначально производится? Все повисло. Так, стандартный рецепт из 12 такой проволоки. А альтернативный рецепт 1 из резины. Альтернативный рецепт 2. Так, хорошо. Проволока стандартно производится из этого. А это будет проводиться 90, но надо будет добавлять туда медь. Блин, медь туда тащить, ну такое себе. Так, с компьютерами. У меня уже есть альтернативный рецепт на компы, который производится 3. В этом будет производиться 1.
И нужен будет как раз один осциллятор, который мне нахер никуда не нужны. Вот давайте мы вот это возьмем. Если я вдруг не разберусь, что делать с осцилляторами, будем их переводить в компьютеры. Так, ставим следующий жесткий диск исследоваться тогда. Так, все, это забрали, отлично. Так, уходим отсюда. Так, мне надо будет туда завести кабель. Мне надо будет завести туда проволоку. Кабель у меня уже есть наверху. Проволока у меня уже есть вот здесь. Так, проволока у меня уже есть вот здесь. Ну, наверное, выгоднее всего проволоку будет заводить откуда-то отсюда. Да и трубы у меня есть вот здесь. Так, и проволока у меня здесь, и трубы у меня здесь. У меня здесь есть все абсолютно. Вопрос только, как мне грамотно это транспортировать. Так, ладно, сначала бежим туда. И смотрим, где у нас тут по прямой находится эта фигня. Так, откуда я планировал заводить? Заводить я планировал вот отсюда. Отсюда я планировал заводить. У меня тут сейчас фабрика... Вернее, эти штуки пойдут через всю фабрику, получается. Так, куда-то мне надо будет привезти ее вот сюда. Откуда-то примерно вот оттуда. Так, и медь, и трубы, все это, короче, у меня есть вон там. Так, и медь, и трубы у меня есть вот там. И место там, походу, тоже есть для подключения. Так что разумно было бы сделать что? Разумно было бы поставить конвейерные лифты. Так, дырки здесь есть, конвейерные лифты я здесь подключить смогу. Так, здесь у нас, кстати, уголь еще идет. Поставить конвейерные лифты как-то вот так, наверное. Ну, примерно, не знаю, вот на такую высоту. Какой радиусом я могу его ставить? А, вот так я могу вообще рядом ставить. Так, раз, два. И вот так я могу пригнать сюда три компонента. Так, только... Только знаете, в чем вопрос? Вот это, наверное, вход, а вот там, наверное, выход. И, наверное, если я вот так вот сделаю, получится херня из-под коня. Зато, если я так сделаю, я смогу протянуть по-нормальному или не смогу. Мне, наверное, конвейер не хватит. Наверное, не смогу. Сейчас проверим. Вот это вот пока, поскольку ни разу мной не тестировалось, как это будет работать, хер его знает. Так, где у нас? Вон они. Так, вот у нас эти лифты. Так, ну давайте теперь проверим отсюда. Так, конвейерный лифт МК-4. Ну, допустим, вот так вот мы его задираем. Так, и вот туда разворачиваем. Вообще, надо было, конечно, один сначала протестировать. Ладно, делаю уже сразу три. Так, и вот туда его разворачиваем. Теперь мне нужна какая-то промежуточная вещь. Ну и будем проверять, затянется или не затянется. Не затянется, и слишком длинная лента. Еще я вступаю на какую-то чужую территорию. На какую чужую территорию я вступаю, непонятно. Но лента все равно длинноватая. Независимо от того, вступал я на чужую территорию или нет, лента длинная. Хотя... Хотя я могу их затянуть вот туда. Но они там, я так понимаю, через что-то тянутся тогда, да? Хотя нет, не через что не тянутся. Ну давайте попробуем. Вот у нас получится очень странная система, но... Давайте так сделаем. Так, вот так вот, допустим, мы ее опустим. Так, ну и здесь как-то вот так вот сделаем. Почему они не приснапливаются, непонятно. То есть одну я могу подальше сделать, другую могу поближе сделать. Короче, хрен знает что. Так, вот мы сюда вытянем три каких-то компонента.
Потом эти три каких-то компонента нам надо будет затянуть вот туда. В общем и целом, мне вот эти вещи тогда не нужны. Они будут просто мешать. Гораздо проще сделать просто что-то типа того. Или даже, не знаю. Или даже вообще вот так вот сделать. Потом это все затянуть на одну стойку. И эти стойки уже тянуть дальше. Так все равно будет проще и логичнее. Так, да, мы так и поступим. Значит, смотрите, мы сделаем стойку вот здесь. Так, как там? Да, вот так. Раз, два, три и четыре. Ну и сразу тестируем. Так, компонент 1 у нас сюда пойдет. Отсюда у нас сюда пойдет наверх компонент 2. Отсюда у нас пойдет наверх компонент 3. И нам останется пригнать еще один четвертый компонент, и все. Можно было бы поставить здесь стойки наверху и пустить их через них. И, в принципе, это было бы даже, наверное, логичнее. Но мне так что-то больше нравится. Мне кажется, прикольнее, когда вот такие вот вещи есть на фабрике. Так, теперь давайте, чтобы не наебаться, мы проверим. Потому что как раз стальные пластины нам надо будет куда-то другое место тащить. Отсюда мы потащим провода. Так, проволоку, кабель. Проволоку, кабель и железные пластины мы отсюда должны будем тащить. Нет, проволоку, кабель и железные... А, железный... проволоку и кабель, короче. Проволоку и кабель и эти самые, как они называются-то, господи, трубы. Трубы нужны на следующее производство, сюда они нужны, но их все равно надо тащить отсюда. Так, вот они трубы. Вот он кабель. Нет, вот она проволока и где-то там кабель еще есть. Кабель мы сейчас тоже найдем. Так. Так. Так, 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 теперь надо как-то это красиво протащить. Потому что если я сделаю это некрасиво, будет прям вообще фу. Да красиво, честно говоря, здесь не очень-то получается. У меня тут вообще все как-то немножко по-уродски. Хотя нет, вот трубы я могу затянуть красиво. Так, сейчас мы сделаем здесь конвейерный развит. Нет, сначала мы здесь делаем все побыстрее. Чтобы потом мне это уже не мешало. Во, отлично. Теперь мы сделаем конвейерный разветвитель здесь. Так, и вот теперь отсюда мы можем красиво вытянуть такую вот фигню. Которую потом красиво подцепить куда-то вот сюда. Так, значит, сначала мы ее тащим вот сюда. А потом мы ее зацепляем. Нет, так некрасиво получается. Ща пробуем еще раз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда там я? Зато я не туда улетел. Так. Значит, мне нужно еще вот настолько, да, наверное? Блин, теперь уродски все равно смотрится. А, вот сюда? Нет, сюда тоже уродски. Так, переборщил чуть-чуть. Все будем делать вообще по красоте. Настолько, насколько это возможно. Потому что уродством я уже здесь нормально делал. Теперь будем делать красиво, максимально. Так, трубы. Так, отлично. Трубы в итоге унеслись в вонючую даль. Хорошо. Там мы эти трубы куда-то запустим. Вопрос только куда. Потому что мне вот на эти стойки надо бы запустить 4 нужных мне компонента, и не какую-то хиромантику. Так, ладно. Идем дальше. Теперь. Так, теперь мне нужно запустить кое-чего вот сюда. Для того, чтобы запустить кое-чего вот сюда, мне нужно... Мне нужны стойки. Так, мне нужны стойки. Наверное, как-то вот так вот мне нужна стойка. И... Так, стоять. И одна стойка мне нужна куда-то вот сюда. Только она что-то не ставится ни хрена. Так, стойка поставилась. Стойка поставилась. Так, с этой стойки мы запихнем сюда. И теперь осталось на эту стойку запихнуть проволоку. Так, здесь у нас как раз проволоки дофигища. Мы сейчас тогда сделаем здесь вот такую штуку. Потом поставим здесь разветвитель. Да, конечно, естественно, это колхоз «Светлый путь» просто.
Или 100 лет без урожая, но... По-другому, я даже хер его знает, как здесь сделать это все дело. Мне вот эти штуки будут мешать. Надо на них приземлиться и посмотреть, как их можно обойти. Как их можно обойти? Да по факту никак их особо нельзя обойти. Ну-ка, я могу вот так вот куда-нибудь сюда поставить стойку. Ладно, стойку я поставил, а соединить я их смогу? Соединить я их не смогу, потому что мне будет мешать столб. А то, может быть, даже не столб. Мне, наверное, не столб мешает. Мне, наверное, мешает вот эта вот фигня. Так, а если я тогда вот здесь вот сделаю повыше и попробую запитать вот с этой стойки на вот эту стойку. А, да, вот так вот я смогу сделать. Отлично. Ну, тогда дело за малым. Тогда осталось вот на эту стойку как-то загнать вот отсюда линию. И как это сделать, хер его знает. Я так подозреваю, что отсюда это никак не сделать. Значит, вот это мы можем смело разломать. И где-то сделать еще. Так, вот здесь вот у меня разветвитель. И мне нужен тогда сразу еще один разветвитель. Получается, где-то вот здесь, вот прям сразу же. Так, ну-ка, давайте попробуем разветвитель. На разветвитель мы делаем еще один разветвитель. И оп, включаем вот туда. Но почему-то ни хрена не получается. Почему? Так, ну и что такое? Так, давай, включай. Что-то глючить стало. О, нормально. Так, теперь у нас туда погнали проволоку еще. Ну и осталось загнать туда кабель. Как-то. Так, кабель у нас должен будет идти по еще более высокому этому. Да, кабель надо как-то вот так вот будет гнать уже. Так, ставим вот сюда стойку. Потом ставим вот на эту стойку еще одну. Так, где тут стойка-то? Стойка! Вот она. Так, здесь, соответственно, мы тоже ставим еще одну стойку сюда. Вопрос только, подключатся они или нет, сейчас узнаем. По идее должно, нет, слишком полого, не подключится. Так, отсюда не подключится, а отсюда. Если я отсюда захочу подключить, а отсюда, пожалуйста. И вы скажете, господи, что это за дерьмо? Что-то тут нахерачил. А я вам скажу, а вот так вот. Потому что, честно говоря, это не центральный компонент, который я хочу сделать. Эти сраные маячки мне вообще ни для чего не нужны, поэтому и стараться особо не хочется. Потом я все переделаю. Будем считать, что это, не знаю, временное решение. Так, осталось теперь притащить сюда кабель. Ближайший кабель у нас находится где-то вот там. Так, как мне сюда притащить кабель? Большой-большой вопрос. Так, куда-то, наверное, вот отсюда мне надо будет тащить кабель. Пам-пам-пам. А я смогу? Ну, так, чисто ради прикола. Да, смогу. Так, зацепить его отсюда. Хорошо, раз я могу зацепить его отсюда, значит, я могу зацепить и вот так. Раз я могу зацепить его так, значит, я могу где-то вот здесь. Где-то вот здесь, где у меня идет кабель. Сделать на этом кабеле еще одно ответвление, хотя это будет, конечно, уже жесть какая-то, но сделать я это могу. Так, это мы заберем все, чтобы все эти сундуки не лежали. Так, эти сундуки тоже заберем. Так, вот у нас кабель. Кабель, которого и так ни хрена не хватает. Знаю, о чем вы подумали. Да, кабеля не хватает, катастрофически. Я хочу еще разделить кабель, которого не хватает, на две части. Чтобы его не хватало прям совсем. И вы думаете, что я сумасшедший, но да, так и есть, на самом деле. Естественно, так делать не надо. То есть вот то, что я хочу сделать, это прям вообще антинаучно. Так, сейчас мы сюда запихнем. Так, примерно вот сюда. Так, хоба! Так, потом от этого сейчас запихнем хобу сюда, то, чтобы было ровно. И две эти хобы соединим друг с другом.
Так, вот теперь у нас отсюда пошел кабель еще здесь. Почему меня не парит то, что этот кабель будет уходить сейчас в таких больших количествах туда, и он, в принципе, нужен? Потому что то производство конечно. То есть, как только там забиваются ангары, вернее, склады, все, после этого, как бы, кабель там больше уже будет не нужен. Поэтому я совершенно не парюсь на этот счет. То есть, да, естественно, у нас будет просадка по производительности изначально, но потом она исчезнет. И никогда больше не появится. Потому что как только все склады будут заполнены, случится это довольно быстро. Дальше никаких проблем уже не будет. Ну и что, теперь осталось еще сделать одну вещь. Какую вещь? Нужно, соответственно, захреначить сюда железные пластины и железные пруты. Так, и вот здесь вот у меня не вполне правильно сделано. Потому что вот по этой штуке должны у нас идти железные пластины и пруты. А у нас по ней пойдет какая-то дребедень. А железные пластины и пруты у нас пойдут где-то... Даже не знаю, где они пойдут-то. Давайте попробуем поставить вот здесь вот стойку. Я просто думаю, что, скорее всего, она не протянется. Да, выступать на чужую территорию сейчас он мне будет рассказывать. Ой, то есть... Нам для того, чтобы это заработало, надо будет как-то вот здесь вот поставить еще одну стойку. Господи, это какой-то, конечно, дичайший бред. Ну, положим. Я застрял. Так, значит, смотрите. Вот отсюда мы запускаем... По вот этой стойке... Мы запускаем вот такую штуку. По ней у нас пойдут трубы, которые вот здесь не нужны. То есть вот эти трубы, которые у нас здесь сверху заходят. Да, я, конечно, какого-то ахтунга понаделал, я знаю. Но так даже прикольнее. Это добавляет некоторого шарма дополнительно нашей базе. Так, вот здесь вот пойдут у нас трубы. Эти трубы у нас пойдут дальше на производство. Сюда они не нужны. А что здесь нужно, так это кабель и проволока. Поэтому кабель, вот этот, у нас пойдет. Мы, кстати, вступаем на чужую территорию, на какую-то. Так, а сюда можно? Сюда можно. Это какой я? Нижний, да? Нижний я завожу. То есть я кабель завожу вот сюда. Ну, хорошо. Тогда проволоку я завожу еще выше. Да, потому что ниже не могу. Все, есть. Два компонента у нас здесь есть. И еще два компонента, это металлические пруты и эту ерунду, нам нужно будет загнать... Вот это у меня это Франкенштейн получился. Нам нужно будет загнать на два вот этих вот нижних яруса. Примерно откуда-то вот отсюда. Так, теперь давайте как подумаем, как мы это все дело протащим сюда. Оно, если я правильно помню, у меня производится на уровне выше. И пруты... И все остальное. Да, вот у меня пруты здесь есть. Так, где-то там же должны быть чуть подальше металлические пластины. Так, вот здесь вот они как раз разделяются. Да, вот они пруты. Которые, кстати говоря, у меня здесь, я как знал. Я, смотрите, сделал еще одно ответвление. Значит, мы можем взять и вот эти пруты отсюда, прямо вот по этому... Подождите, это ответвление же? Да, это ответвление, отлично. Так, мы можем взять эти пруты и их вот здесь где-то... Так, сейчас надо только понять, как их правильно спустить. Так, где-то вот тут, наверное. Так, сейчас посмотрим. Ну, в принципе, здесь можно спустить, но, наверное, лучше подальше чуть-чуть. Так, во. Вот здесь вот их можно будет спустить. Здесь можно будет проложить еще. Хотя нет, подождите, мы даже знаете как сделаем. Мы вообще тут сделаем адище просто. Мы возьмем и проложим дорогу вот здесь. Так, мы проложим дорогу вот здесь. Так, где-то чуть подальше, да, мне надо сделать? Так, смотрите, что мы сейчас будем делать.
Сейчас мы будем делать наркоманство первой степени. Так, еще чуть подальше. Ну, типа того. Так, значит, здесь нам надо будет сделать очень простую вещь. Нам надо будет сделать здесь вот такую стойку. Ну и вот такую стойку. На этих двух стоек нам надо будет построить два конвейерных лифта. Нет, с другой стороны. Вот таких вот два конвейерных лифта, которые будут у нас уходить вниз. Главное правильно все рассчитать. Так, один конвейерный лифт у нас будет уходить вот так. Второй конвейерный лифт у нас будет уходить... Да, хрен с ним, пусть даже вот так же уходит. Так, вот два конвейерных лифта. От них мы запитаемся... Нет, не запитаемся. Эх, блинство! Такая была идея. А почему мы не запитаемся? На какую чужую территорию я вступаю? Я не понимаю, в какую чужую территорию я вступаю. Сюда-то я могу сделать. Может быть, их вместе нельзя так близко ставить? Ну-ка, а если он будет один? Даже если он будет один, нельзя. Эх, такая идея пропала. Так, а с кем же ты пересекаешься-то? Ну-ка, я посмотрю. Блин, да он ни с кем не пересекается. Хм. А что не так тогда? Так, пересечение с лифтами, господи, с этими самыми штуками, его парить не должно. Больше он здесь ни с кем не пересекается. А тогда на какую, блядь, чужую территорию я вступаю, простите? Я, кажется, знаю, на какую чужую территорию я вступаю, вот на эту. Да? Ну да, точняк. Точняк. Короче, его, как всегда, подглючило. То есть я не из-за того, что я сделал эту штуку, я теперь не могу сделать другие штуки. Все ясно. Ну ладно, тогда, значит, моя система сработает. Значит, мы сносим тогда еще одну лифтовую хрень сюда. Ее зацепляем сюда, только не хватает средств. Ладно, средств мы сейчас возьмем. Так, и все. Все прекрасно. Тогда у нас здесь все заработает. Сейчас мы средства заберем. Так, средства у нас забираются этажом ниже. О, здесь. Здесь, по идее, должно было уже допроизводиться нормально. Да нет. Я бы не сказал. Блин, мне их вообще-то надо очень много, на самом деле. Вот столько возьмем. Короче, все ресурсы, которые у меня были добыты, конвейерные, все у нас уходят на производство всякой дичи. Но просто вдруг нам придется какими-то толпами убивать народ, и я не хотел бы производить все это вручную, потому что меня удручает в игре про автоматизацию хоть что-то производить вручную. Так, вот. Вот, теперь мы цепанули эту хреновню. Так, теперь мы цепанули хреновню. Ой, господи, вот теперь после этого мы можем сделать конвейерный разветвитель. Теперь он уже никому мешать не будет. И его уже зацепили, или не можем. Так, не я тут провожу. Так, и его уже зацепить вот сюда. Охренеть, какая у нас тут колбасятина получилась. И все это ради того, чтобы произвести какую-то никому не нужную непонятную фигню. Так, ладно, теперь мне нужно вот сюда завести на стойках два компонента. Так, сейчас мы вот так вот сделаем. Компонент 1 и компонент 2. Допустим, этот пойдет отсюда, а этот, допустим, пойдет отсюда. Так, прекрасно. Ну что ж, погнали дальше. Так, стойки, 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 стойки. Что-то я не понимаю, на что ты магничишься. Ты магничишься на какой-то дребедень. Так, стойка 1, стойка 2. Стойка 1, стойка 2. Стойка 1, стойка 2. Теперь здесь, соответственно, стойка 1, стойка 2. Ну и где-то здесь стойка 1, стойка 2. Значит, соответственно, на стойку 1 мы запустим вот эту вот фигню снизу. У нас здесь пойдут пруты. Так, пруты пошли. Да, пруты пошли.
А на стойку 2 нам надо будет затянуть сейчас металлические пластины. Вот это будет немножко проблематично сделать. Потому что металлические пластины у нас чуточку подальше отсюда. Хотя, подождите, нет, не проблематично. Они у нас вот здесь вот на лифтах идут наверх. Это значит, что мы где-то вот здесь вот можем присобачиться и просто сделать небольшое ответвление. Или вообще сделать ход конем. Ну-ка, подождите-ка. Так, главное, чтобы он долетел. Оп. Так, он долетел, отлично. Они у нас на лифтах идут наверх. Вот, вот здесь вот он у меня идет наверх на лифте. Мы можем здесь сделать разветвитель. И спустить их потом на лифте назад вниз. Только уже в нужном нам месте. А можем даже и не на лифте. Хм. Да, мы в принципе можем вообще вот здесь вот его спустить. Так, вот здесь вот мы поставим 4 такую вот ерунду. Так. Где она у нас стоит примерно? Ну, примерно вот так вот она и стоит. Я просто хочу ровно сделать. Я думаю, что, наверное, вот так. Ну-ка, проверим. Ровно? Ну да, вроде ровно получилось. Так, какую только она сторону? Да, она все в правильную сторону. Отлично. Значит, теперь мне надо просто вот отсюда завести элементарно через конвейерный разветвитель, который я сюда поставлю. Да. Надо будет просто, просто. Так, мы вступаем на чужую территорию, на территорию, конечно, вот этого вот лифта. Так, хорошо, ладно, мы поставим какое-нибудь другое место, конвейерный разветвитель. Сюда не поставим, сюда поставим. Кривовато, конечно, получается. Слишком резкий заворот для крепления. Если вот так вот я сделаю, то тогда он будет мешать. Да? А если вообще сделать, кстати говоря... О, я придумал, что я сделаю. Мы тогда... Просто нам, возможно, потребуются еще укрепленные пластины. Может быть. Может потребуется, может не потребуется. Мы тогда сделаем вот такую вот ерунду. Мы сделаем здесь вот еще одну стойку. Это на случай, если они нам потребуются. У меня есть, потому что на стойках. Чтоб у меня не все металлические пластины шли, а шли только те, которые не нужны в данный момент. Теперь, значит, смотрите, мы сделаем разветвитель вот здесь. Спускаем вот отсюда. Так, вот отсюда, вот отсюда. Ну, как-то вот так вот спускаем вот эту вот хрень. Потом мы ее поворачиваем. Так, идем куда-то. Да, это, конечно, здорово. Но мы идем куда-то вот сюда. А здесь уже сворачиваем. Так, все, отлично. Теперь мы не вмешиваемся в производство. Первое у нас приоритете сюда производство вот этой ерунды. Но это, соответственно, уже такое. Постольку поскольку. Заебись. А что это я такое тут сделал интересное? Классно. Что это за херня у меня тут получилось? Извините. Так, оно должно идти вообще-то вот на эту стойку. Так, все. С этой стойки оно должно идти дальше вот сюда. Соответственно, вот это должно идти дальше вот здесь. Идешь? Идешь. Так, прекрасно. Потом мы должны будем сделать здесь повороты. И повернуть сюда. Далее надо будет протянуть его... Так, одну сюда. Другую. Вот сюда. Ну и, в принципе, продолжаем тянуть просто дальше эти линии. Да, ёлки-палки, что-то так странно магничится-то. О, нормально. Ну давай, 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 давай. Ладно, поближе подойду. Блин, теперь все зависло. Так, все назад развисло, хорошо. Так, и последние миллиметры у нас остаются. Так, ты идешь сюда. Ты идешь сюда.
Все, поехали. Похоже, что поехали. Так, теперь сейчас должен произвестись один сраный маяк. Кстати говоря, маяки производятся по 7,5 штук в минуту всего лишь навсего. Угу. Так, и вот этот сраный маяк уехал у нас дальше. Хорошо, теперь из сраных маяков, стальных труб и что-то там еще нам нужно производиться дальше. Так, вот они маяки. Ой, вот они маяки, вот они стальные трубы. Так, для того, чтобы эти стальные трубы у нас сюда подошли, господи, нам надо будет сделать как-то вот так. Господи, какое здесь уродство получилось просто. Уродство капитальнейшее. Уродство максимального порядка, я бы сказал, здесь получилось. Я даже не знаю вообще, это вообще работать будет. Вот эта вот хиромантия, которую я тут сделал. Ну, допустим, давайте попробуем. Так, вот здесь конвейерный разветвитель. Вот здесь конвейерный разветвитель. И вот там конвейерный разветвитель. И вы скажете, господи, что это за пиздец? У тебя так все было красиво. Почему теперь-то такая хреновня у тебя тут получилась? И, ребята... Тут, конечно, сам не знаю, что вам ответить на этот вопрос. У меня тут просто конченая какая-то система. Так, вот это подключится? Вот это подключится. А вот это, наверное, вряд ли. Очень сильно сомневаюсь, что я смогу, да, что-то сделать с этим. Так, то есть маячки... Ну, так вот тянуть нельзя. Так, маячки вот так вот тянуть нельзя. Маячки надо тогда будет затянуть... Так, вот эту фигню тогда придется разобрать. Так, сейчас еще раз. Значит, мы делаем стойку подальше. Где там моя семерочка-то еще? Так, мы делаем еще одну стойку вот там подальше. Все-таки конченое, совсем конченое уродство я делать не хочу. Хотя приходится. Так, теперь отсюда. Да, теперь отсюда. Мы заведемся вот сюда. Отсюда заведемся вот туда. Так, вот этот порох у нас уже подключен здесь. Соответственно, остались маячки. Так, остались маячки. Вот теперь нам нужны маячки, ну, куда-то вот сюда, например, запитать. Вопрос, получится ли здесь сделать конвейерный лифт. Вроде как получается. Так, ну, типа того. Так, вот он, конвейерный лифт. Значит, теперь здесь, господи, нихрена себе меня унесло. Так, вот теперь здесь, где вот этот конвейерный лифт, мы сделаем еще один разветвитель. Так, где-то там есть-то конвейерный лифт. Вот здесь мы сделаем разветвитель. И очень сильно надеюсь, что и он подключится. Так, он подключился, хорошо. Тогда останется вот сюда. Ну, например, вот сюда. Запилить трубы. Так, теперь у меня начинают делаться сраные набелиски. То есть то, ради чего, собственно, все затевалось. Пипец вообще. Хорошо. Ну и теперь вопрос на засыпку. Вопрос на засыпку. Могу ли я из этих набелисков делать патроны? Патроны, насколько я помню, делаются из взрывчатки и труб. То есть они должны делаться в вот такой вот штуке. В ассемблере. Чисто гипотетически. То есть, если они делаются в ассемблере, то все хорошо. Тогда мне надо будет, ну, как-то вот так вот, наверное, поставить ассемблер. Чтоб я вот так вот чик-чик-чик-чик здесь все это дело растянул. Отсюда мы тогда этот самый... трубы еще доберем сюда. Здесь, короче, все нормально будет. Хотя нет, я близковато сделал ассемблер. Нет, давайте сначала посмотрим, во-первых, делается или нет. Да, делается, все нормально. Так, ассемблер я сделал близковато. Так, мне тогда надо будет, смотрите, сделать конструктор. Это не конструктор, ассемблер мне надо будет сделать. Сделать ассемблер где-то примерно вот... Ну, вот тут, например. Так, в этом ассемблере мы делаем патроны.
Так, в этом ассемблере мы делаем патроны, теперь он в другой стороны как-то херовато сделал. Ладно, давайте мы тогда сделаем еще вот такую вот фигню. Это будет последнее то, что касается у нас производства средств самозащиты и взрывчатки. Короче, чтобы сделать, облегчить себе жизнь в перспективе и не делать все это руками, надо очень сильно погеморроиться изначально. Так, мне их нужно... Ну, сколько мне их нужно? Много их, мне их не нужно. Поэтому спокойно одного контейнера мне хватит. Соответственно, вот так вот мы их зацепляем. Здесь мы делаем, да, производство патронов, все нормально. Мы его зацепляем на вот ту линию электропередач. Так, давай цепляйся. Зацепилась? Да, зацепилась. Ну и теперь осталось, соответственно, протянуть сюда... Да, протянуть сюда, во-первых, взрывчатку. А во-вторых, протянуть сюда трубы. Трубы — это конечная цель их путешествия, поэтому их можно затянуть просто вот таким образом, и все. Дальше они отсюда никуда уже не пойдут. Так, патроны пошли делаться. Так, это у нас все делается, это у нас делается, это у нас делается. Короче, ради того, чтобы сделать себе производство каких-то совершенно базовых вещей, типа маяков и прочего, пришлось городить аж ну вот такую вот фигню. Но зато, да, несмотря на всю вот эту вот хрень, я, короче, всю вот эту штуку закрою этим самым куполом, чтобы вообще видно не было. И фундаментом сверху, и, не знаю, там... Оставлю там один вход, чтобы вот эта вот вся хрень не бросалась в глаза. Мне кажется, это идеальный план, наверное, так и поступим. Будет закрытый, короче говоря, оружейный полигон у нас здесь. Производство оружия, оно же всегда засекречено, вот и у нас будет засекречено. Все, патроны у нас делаются. Значит, теперь мы, если вдруг нам будет очень сильно нужно пострелять, мы через какое-то время просто придем, наберем здесь взрывчатки, если нам нужно будет что-то взорвать, патронов, если нам нужно будет отстреляться... Маяков, если нам нужно будет делать транспорт. И вообще все теперь хорошо. Ух ты. Что еще из интересного? У меня, кстати, бензин закончился. Пока я здесь ходил. Допрыгну я туда или разобьюсь? Что еще из интересного я могу сделать? Скорее всего, наверное, больше уже в рамках... Текущего патча ничего. Ну, допустим, вот я построю конструктор. Что еще в конструкторе можно делать из того, что я не делаю? Энергетические осколки. Бесполезно. Делаются вручную очень быстро. Спиральная арматура. Не знаю, зачем. У нас есть винтовка. Цветные патроны. Проще сделать вручную. Для того, чтобы сделать это автоматически, все равно надо собирать цветы. Цветы выращивать нельзя. Биомасса. Бессмысленно. Короче, все это не нужно. Так, в конструкторе нет ничего, что можно было бы интересно оптимизировать. Так, что у нас делается в ассемблере? Вся эта херня у меня уже делается. Черный порох у нас делается, патроны у нас теперь тоже делаются. Ну, а, соответственно, то, что сделалось в изготовителе, так понятно. В изготовителе мы уже все сделали. Ну, что, неплохо. В принципе, неплохо мы потрудились. Да, для этого ушло, конечно, целая серия для того, чтобы все это сделать. Но зато, если мне потребуются какие-то части или компоненты вот здесь, я их уже смогу отсюда добывать спокойно. Так, артефактик. Я хочу за бензином сходить. Только б не разбиться. Только б не разбиться. Так, вот он, бензин. Бензин, бензин, бензин. Так, забираем отсюда сатен бензина. Ну да, он слишком быстро набирается, поэтому мы не можем таким образом ничего запороть. Так, ты... Ну, ты как тупил, так и тупишь. Понятно. С тобой, короче, ничего не поменялось. А не могу я... Нет, не могу. Я думал, может попробовать эту скалу взорвать, но вряд ли. Взрывать можно только такие крекеты, которые с этими... С трещинками. Блин, ну и долго так будешь тупить, интересно? Как сделать так, чтобы он не тупил? Это не сказывается никак на производительности. Он в любом случае потом уезжает. Просто как, блин, так сделать? Немножко подбешивает.
Так, и что у меня, между прочим, с производством черных металлов теперь? Еще такой очень важный момент. Я так понимаю, что все хорошо. Судя по вот этой очереди. А, у меня и руда, смотрите, заполнилась. Все, вообще, все заработало, как я хотел. Все, руда теперь циркулирует у меня. Да, руда у меня теперь циркулирует легко. Все это дело забирается, все это дело у меня здесь водится. Теперь, кстати говоря, у меня, походу, проблем с углем. Так, насколько я краем глаза вижу. Да? Да, теперь у меня проблемы с углем. Ну, значит, на остаток этой серии у нас осталось последнее, что нам нужно сделать. А это посмотреть, как мы можем оптимизировать уголь. Самое простое, это, конечно, начать возить его откуда-нибудь. Чтобы он заполнил здесь вообще все. И тогда проблема исчезнет сама собой. Второй вариант, убрать отсюда все электростанции. В принципе, электростанции мне здесь не нужны. Сколько у меня производится здесь? Давайте посмотрим. Его производится 300 в минуту. Но это МК-1. Если я поставлю МК-2, а у меня, кстати, на него хватает ресурсов, и поставлю те же самые ускорялки, которые здесь стоят, это будет 600 в минуту. При пропускной способности гораздо меньше. Так что мы сейчас вот это разбираем. Так, вот эту херню мы разбираем. И делаем буричек МК-2. Так, куда он только смотрит? Нет, не в ту сторону он смотрит. Так, делаем буричек МК-2. Этот буричек МК-2 мы зацепим сейчас на какой-нибудь столб. На какой? На этот, например. Так, ты, значит, идешь сюда. Так, он изначально производит 240. Даже вот так, потому что это чистое месторождение. Ну, то есть, грубо говоря, 360. Ну, ладно, я сразу просто, потому что я забуду. Это бессмысленно делать, потому что конвейер столько не прокачивает, но потом я просто забуду. Конвейер я, может, не забуду прокачать, а все остальное точно забуду. Так, здесь пошла жара. Давайте смотрим здесь. Ну да, конвейеров, соответственно, хватает. Пропускной мощности конвейеров хватает. Конвейеры у меня здесь все быстрые. Сейчас, по идее, его должно пойти в два раза больше, чем шло до этого. То есть, поэтому мы можем даже оставить здесь электростанции. Хотя, разумнее было бы электростанции отсюда убрать, чтобы вот эта вот фигня работала только исключительно на производство. То есть, это было бы логичнее, это было бы разумнее, это было бы правильнее, но это было бы скучно. Поэтому мы так делать не будем. Мы будем страдать. По-хорошему, у меня есть целый блок электростанций вот там вот в ебенях. И по-хорошему, он должен полностью отрабатывать. А вот эти электростанции не должны этим заниматься. Может, реально их все подключать? А сколько у меня так ради интереса? Ну, я вообще на самом деле приближаюсь. Как хрен к заднице, у меня вот эта вот линия приближается к максимальной выработке. Но у меня в запасе есть еще как минимум мегаватт 600. Если не гигаватт, который я могу сделать на гейзерах. Я еще не все гейзеры подключил. Я могу вооружиться проволокой и пойти заниматься этой ерундой. Че, если меня колбасит, смотрите, как здорово. Но на самом деле, я думаю, что это все пока не нужно. Да-д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 а. Так, по идее, вот то, что я сейчас сделал, одного этого должно быть уже достаточно. Сейчас проверим, достаточно или недостаточно. Нет, нихера этого недостаточно. Так. А копится ли у меня уголь? А уголь у меня копится. Причем копится он довольно успешно. Так, а здесь? А здесь не копится. Здесь копится, а здесь не копится уже. Так, а здесь копится. Так, хорошо, уровень 2. Скапливается уголь. Причем очень быстро. Уровень 3 пока не скапливается, но сейчас начнет. Ладно, этого, я думаю, достаточно будет на самом деле, кроме шуток. Хотя вот здесь вот как бы уже очереди-то и нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, тогда другой план на окончание серии. Значит, окончание серии у нас произойдет следующим образом. Мы пойдем сейчас и вот те угольные электростанции, которые у нас сверху, все подключим.
Я потому что их не доподключал в свое время. Я же не помню, по какой причине. Мне не хватило каких-то ресурсов. Только же не помню, каких. Сейчас я пойду и... наверное, закончу начатое. Блин, только я тут... у меня клаустрофобия начинается. Так, мне надо наверх подняться. Вот эти электростанции у меня еще топливные, кстати говоря. Я могу еще их усилить. Я могу пойти, не знаю, там гейзерами заняться, в конце концов. Есть у меня тоже такая мысль. Но просто этим сейчас пока не хочется заниматься, потому что пока, в общем-то, мне и без этого нормально. Хотя, с другой стороны, у меня уже, ну, не то чтобы проблемы, но проблемы могут начаться, так скажем. Так, давайте глянем, что у нас тут, на чем я тут остановился и почему я это дело не закончил. Видимо, у меня закончились вообще все ресурсы, судя по всему. Так, ну, давайте подключим вот эту электростанцию. Так, подключим вот эту. Я их проводами-то хоть зацепил? Ну, проводами, походу, я их зацепил. Да, раз они принимают уголь, значит, зацепил. А, нет, не зацепил. Нет соединения. Видимо, у меня закончились провода, судя по всему. Так, ну, давайте, я даже не знаю, что мы сделаем-то. Ну, сюда куда-нибудь поставим столб. Этот столб зацепим вот на тот столб. И вот на этот столб начнем цеплять электростанции. Так, провода у меня вроде как имеются в распоряжении. Ну, давайте, хорошо. Посмотрим, насколько мы можем на угле вытянуться. Я, правда, не уверен, что это все нужно делать. Ну, хрен с ним. Так, с другой стороны. С другой стороны у меня тоже не подключено. Так, зацепляем вот эту. Потом зацепляем вот эту. Блин, почему ты четвертого уровня-то делаешься, господи? Вот мразина. Так, мне нужно вот эти вот, которые мощные. Так, цепляемся. Цепляемся и, наверное, все. Да? Нет, еще одна осталась. Ух, так, вот эти мы все зацепили. Так, эти у нас должны были заработать после этого. Хорошо, теперь надо поставить еще конвейерных разветвителей вот здесь. Так, вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. Далее вот сюда. И последний вот сюда. А, нет, это был не последний. И последний вот сюда. У нас такой одинокий остается. Так, ну давайте что. Давайте нацеплять сюда. Так, соответственно, ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Ты сюда. Так, ты, соответственно, сюда. Ты, соответственно, сюда. Так, ты, соответственно, сюда. И ты, соответственно, сюда. Так, мы доподключали все, что у меня здесь было. Так, что нам это дало? По идее, очень много это не дало. Ну, хотя нет, это дало нам почти 4 гигаватта совокупно. Так, ну все, нормально. У нас теперь сильно подальше хрен от нашей задницы. Мы можем теперь еще дополнительно довольно долго улучшать производство и особо не париться. Давайте. У-ху! Вот смотрите, какая у меня ускорялка здесь мощная есть. Это для того, чтобы придать мне дополнительного импульса. Видите, куда могу долететь теперь. О, могу вообще, всю базу могу перелететь. Рекомендую. Очень классная вещь. Так, суперкомпьютеры у нас здесь уже на 50 складировались. Это означает, что у нас склады здесь полностью переполнены. Да? Нет. Это означает, что у меня вот эта херня не подключена. Да, здесь 50 суперкомпьютеров. И здесь неправильно подключена... неправильно подключен соединитель. Охрененно. Все это время, короче, у меня одна штука не работала. Да, 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 да. Интересно, интересно. Так, ну зато теперь такая пачка мощная пришла. Вообще пипец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну что,
Я думаю, что все на этом. Да, кое-где у нас еще остались пробелы. Особенно в плане вот этих вот, не знаю, там различных проволок и прочей ерунды. Но эти пробелы на самом деле очень скоро закончатся, потому что вот это все производство будет закончено. Сейчас вот эти склады переполнятся, ну никак не сейчас, конечно, там не знаю, через какое-то количество X часов склады переполнятся. Можно один раз оставить игру на ночь работать, я просто никогда так не делаю, но это возможно. И тогда к утру у меня будут забиты все склады, у меня все производство встанет, у меня все будет хорошо. Но это скучно, я хочу играть в режиме реального времени. Значит, ну что, в принципе, какой план у разработчиков дальше? Вот этот патч, который я играю сейчас, разработчики должны на недельке выкатить. Может быть, уже к моменту просмотра видео они его и выкатят. И следующий патч, который они выкатят, должен быть майский. Но это будет уже июньский, а то как бы и не июльский. Уже понятное дело, что они не успевают. В этом патче у нас появится ядерная энергетика. Это та причина, по которой я не иду сейчас осваивать гейзеры. Я думаю, я уже нашел уран, я уже знаю, как его добывать, я знаю, как от него сдохнуть. Поэтому с ядерной энергетикой, соответственно, я думаю, что у нас появятся очень ядреные электростанции. И просто гейзеры будет не обязательно осваивать. Но если что, я знаю, где они находятся, и освоить их могу всегда в любой момент. Следующий момент, у нас появится еще один тир. Соответственно, в тире должно появиться очень много всего и, как следствие, более высокие потребности. То есть вот все, что мы сейчас складируем, это тяжелые каркасы, это суперкомпьютеры, это осцилляторы, вот эту вот всю херню. Она нужна будет для производства компонентов уже более высокого тира. Там появятся новые конвейеры, более быстрые, которые решат часть определенных вопросов. Там появятся какие-то наверняка сборщики, может быть, еще более многокомпонентные, не знаю. Может появится, может не появится. Ну и какие-то дополнительно другие вещи. Плюс одновременно с этим разработчики обещали заселить живностью все районы отдаленные. То есть, по идее, там должна появиться новая флора-фауна и, может быть, какие-то дополнительные вещи, необходимые для производства. Плюс, я надеюсь, инопланетные артефакты, может быть, сам руду, а может еще что-то тоже появится. Надеюсь. Короче, вот примерно вот такие вот у нас дела и планы разрабов. Соответственно, ну, дальше мучить жопу здесь бессмысленно. Да, здесь можно все это дело оптимизировать, но мне кажется, на это смотреть не очень интересно. Если прям очень хотите, напишите в комментах. Я еще поснимаю на какую-нибудь тему. Но я так думаю, что вернемся мы на следующий раз, когда разработчики выкатят следующий патч. Когда это случится, неизвестно. Скорее всего, это будет июнь в лучшем случае, и, скорее всего, июль, я так думаю. Вряд ли что-то еще. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. Удачи и всего вам доброго!